Это вот его лекарство? Да. Очень красиво. Я люблю такой цвет. Замечательно. Синего неба такого. Да. Они яркие, а они синие. Да? Магазин вот этой вот сливы, это уже вот перед входом там, в музей. Вот. И в принципе, ну, тут можно что-то съесть. Ну, да. А полезно, да, есть? Сливы это? Ну, нет, я имею в виду то, что вот мы сейчас попробуем. Ну, получается такая масса. Или делают, ну, очень много чего. Считается, что это, ну, как тут, натуральный продукт. И от него, как бы, не колосится. Это вот слива, это маринованная слива. Интересно. Они руку поставь, да. Другой стороной. Они бывают мягкие, а бывают такие плотные иногда сделаны. А Юле? Нет, я знаю, спасибо. Я люблю плотные только. Это соль. Соль со вкусом этой самой сливы. Это используется в некоторых японских. А это вот коньяк, вот это вот такой студенистый такой, да, это очень полезно, в принципе. Тоже это такой, не-не-не, есть такой коньяк, который делает коньяк. Это коньяк, это коньяк, очень популярно. Да я тебе сказал. Да. О, смотрите, она откуда плывет. Вот между Дворец Харум, Япония.
тоже в тени. А? А я какая такая прямо надеть на одного здесь. Да, вот так вот. На каждом склоне. Ну, короче, выходит, понятно, что мы идем на вниз.